Алло. ДПСом задушили в итоге урода. Ну да, с обычный стандартный рейд задушивает его. 300 тысяч. Так, сейчас, короче, очередное чучело. Вот это сейчас интересно будет. Короче, сколько там должно быть миликов в 25-ке, в миллионе? 12. 12. Посчитаем, сколько у меня есть миликов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Так, два ханта, девять, десять. Ну, допустим, код бегемот 11. Ну и бигдем 12. Так, слышали все? Два ханта, бигдем и код бегемот. Вы будете в мили-зоне бегать. Код, ты спекаешься в рестор друида, потому что совет там, в принципе, бесполезен, как явление будешь. А в рестор друиде хотя бы что-то сделаешь. Значит, объясняю. А, ну, кстати, да. Да, Андрюх, хорошая мысль. Давай, кот бегемот, ты в сове забудь то, что я тебе сказал, вместо тебя пойдет ауга на ДЦшке. Так. Тогда у нас получится. Пересчитаем еще разочек. Да, все ровно получается 12. Да, то есть два ханта, биг дэм, ауга. Это вот то, что не совсем милишное, но то, чему придется в миле в итоге стоять. Значит, мили зона все знают, что делать. Как не засирать и не закрывать друг друга. Один только. Один только знает. Плохо. Короче. Что На значит не вас. закрывать друг друга? Ну, в смысле, лужами. Это как? Ну, типа, там гейзер же срет из танка. Просто стойте больше одним кемпом, не разбегайтесь, блядь, а разосрете по всей мили-зоне гейзеры, блядь. Ну, всегда отходить назад, сзади Ну гейзера. и да, выходить от гейзеров дальше. Ну, где бы они стояли, всегда, если выходить назад, сзади гейзера никогда нет. Так, А вдруг Мелизона. там сзади кто-нибудь другой будет стоять? Гейзер. Мелизона дал, значит, черепочек по котику. Нахуй ты мне его дал, не надо, блядь. Почему? Чтобы было легче Черепочек контролировать, есть. стойте просто максимальный рейндж от босса. Вот и все. Вся проблема. Всегда все стоят в мили-зоне на максимальной рейнже. Блять, в прошлый раз мы сидели, но Спокман говорил ближе к боссу, ближе боксу, к боссу. Это уже Такое не... себе знаешь. Не, не ближе, в одном кемпе надо. Ну, в одном кемпе и ближе к боссу, он пока договорил. Поэтому. Показываю. Я вообще не очень понимаю, блядь, специфику милишную. Поэтому как Не, ну... бы. Такая же, как РДДшная, в принципе. Надо Это... уйти от гейзеров. Ладно, Артём, что скажешь, что я сделаю. Напомню, не ставьте босса далеко туда, в угол. Но нет, Ярослав, подожди. Надо, чтобы все одним кемпом бегали или нет? Милики, да. Разные тактики есть, мне вообще насрать, хоть там, блядь, полукругом все встанут, я всегда назад выбегаю. Сзади никогда нет гейзера, если стоишь на максимальной ренже, и все милики стоят на максимальной ренже, и все развернутся и побегут назад, ни один не свободит гейзер, вот. Такая тактика точно работает. Есть другая, когда все стоят одним Так. кемпом. А гейзеры по какой логике разливаются? С человека, с милишника, с Просто каждого. от каждого милишника срется лужа. От каждого по одной срется лужа. Да. Ага, и типа логика одного кемпа в том, что типа в одно место эту лужу выкинуть Да. и дальше в Да. другую сторону убежать. Если хоть Ага. кто-то свапнет, он сразу же мертв, потому что в него врежется 25 гейзеров, блин. Ага, я понял. 12. Так, Неважно. а значит, эти гейзеры, они же долго существуют? В смысле, взрываются и остаются на месте такие же, как в РДД. Ну, в смысле, остаются и исчезают.
со временем исчезнут. Да, 3 секунды. Почему? Они сразу исчезают, так, они дамаг нанесли, исчезнут. Тогда мне нравится. Короче, да. Максимальную рейнджу от босса набираем, короче, милики. Ну вот, когда вы еще можете бить. Да. Не останавливаемся, постоянно бегаем. Значит, потом, когда история с гейзерами начинается, вот эта возня, немножко назад отбегаете, разливаете эту хуйню и возвращаетесь к тому, чтобы бить босса. Тогда никто никого не клеванет, наверное. Не. Значит, для РДД, кто здесь впервые, мы стоим на рейнже. Ну, стараемся стоять на рейнже, во всяком случае. Значит, у нас тоже появляются гейзеры. Под нами будет такая анимация зеленой дресни. Оттуда нужно выбежать, поскольку вот под вами как бы появляется эта лужа, начинает ее анимация проигрываться. Вы за это время потихонечку с нее съебываете, она потом взрывается уроном. Вот, если остаться в этом гейзере, то можно и без лица остаться. Можно и не сдохнуть, там, короче, как повезет, будет на вас щит от ДЦ или не будет. Кто-то точно сдохнет. Кроме того, периодически, как мили, так и РДД-зона, на нас будет кидаться метка на одного из членов типа пати. Тут три. А, три метки? Тут спятка хорошая, да. Короче говоря, в эту метку нужно будет сбежаться нескольким людям, чтобы поделить урон, который пройдет по этому человеку с меткой. Вот, и там еще появится а-ля кратер такой, который будет дамажить, с него можно будет выбежать. Ну и все, в общем-то. Значит, и последний момент, это поезда. В общем, вся вот эта вот арена, она периодически будет окрашиваться в разные цвета. Смысл в чем? Цвета два, зеленый и фиолетовый. Значит, появляется какая-то цветная полоса, а часть арены будет, ну вот обычная, какая она сейчас есть, такая и будет, нормального цвета. Вы стоите на полосе нормального цвета, смотрите на цветную полосу. Как только цветная полоса там взрывается, полоса там не взрывается, ну я это еще скажу отдельно, вы, короче, заходите на цветную полосу, а вот в том месте, где вы только что стояли, там появится другой цвет и тоже ебанет общим уроном. Смысл в том, чтобы просто типа перескочить с одной бесцветной полосы на другую бесцветную полосу. Вот и все. Не получить урон от цвета. Короче говоря. Ну и как бы все. Как бы все. РДД и МТД, пожалуйста, расходитесь по своим уголкам, чтобы я мог пересчитать все, что слева стоит. Когда анимация идет, можно заходить. А то есть, если анимация вот уже появилась, ты можешь в нее заходить, ничего тебе не будет за это. Так, давай посмотрим. Не прыгайте, не бегайте, пожалуйста, милики. Дайте вас пересчитать. Ну, первая, вторая пати, там сова одна в первой пати. Если первую, вторую, да еще кого-то кинуть, чтобы фиолетовым было. Это будет кто? Ты говорил? В смысле, там 12 человек. Там у нас 12 человек. Два ханта, да? И... Да, два ханта, Биг Дэм и ДЦшка. А, Биг Дэм с фиолетовыми стоит? Да. А. Ага, понятно. Ну и как бы так. Рчи на пол. Что-то... Чё? А, всё, забей. Это моё. Ага. Ну, давайте, как с добрым утром. Так, а РДДшникам надо бегать, чтобы стаки не копить, или стоять наоборот? Нет, стоять на месте. Стоять. РДД как вкопанные встали. Стоять и кайфовать. РДД бегают только в одном случае, Герус ДМ. Если нужно сбежаться на метку, ну, вообще-то в двух случаях. Если нужно сбегаться на метку, либо если нужно выбежать из гейзера. Чем? Да, и РДД-зона слишком близко, к миликам не подходите, можно... залутать левую хуйню и вать не проедет. Так, он гейзера в миле. Ну, мать. Респект. Беги, малышка, беги! Так, метки РДД, внимание. Спегаемся в метки. Не бросаем, уходим из гейзера. РДД. Молодцы, РДД. Магулю потеряли, правда.
БР первый трай тратить не буду. Здесь лучше не БРить. Так, внимание, поезда на бесцветную стали. Зашли на... обратно. Полрейда легло нахуй. Хоть конфликт не полутали. М? Хоть конфликт не полутали. Берегитесь. Ну да. Нет, полутали конфликт. Рафаэль накосячил. Есть конфликт. Ложитесь. Нахуй. Очень много лежит. Мы, конечно, могли бы разбайриться, но мы не будем этого делать. Здесь нельзя байрить. А, да-да-да, точно. Да можно тут байрить, блядь? Нет, байришь, это... человек ждет, пока на него упадет метка, и он идет в ту зону. Ну да, там 50% успеха. Просто... Самая жесть, это когда ты байрнул милика, да, у него зеленый. Ну и пошел, ну, он, да, нахуй с лука стрелять, вар. Постоит. Вар может, блядь, с лука стрелять во врага. Если да. Стрелы с собой взял. Если, а если не взял, то плюс ГП. Думаю, все понимают. Так, сейчас все неплохо. Но, значит, Рафаэль, немножко еще раз объясню тебе. Значит, ты сейчас правильно понял, что вот с поездами немножко не разобрался? Потому что ты, видимо, лутанул урон, и его все лутанули. Отвлекся чуток. Окей, ну в принципе ты понял, да, как это работает, как нужно будет делать. Все хорошо. Ставлю тогда рыбу, там ничего объяснять не буду. Там на крайняк лучше залутать свой цвет, но не противоположный, чтобы конфликта не было. Не грузи, не грузи. Лучше не лутать вообще ни хера. Никогда. Да, и значит РТД старайтесь вот прям подальше друг от друга стоять. Это довольно-таки важно. Все, раскидались по сторонам. Бафнулись, встали, побежали. Да, Вакин, а кто ж тебя спрашивает? Сиди, блядь, напрягай пальцы. Рчи на пол. Кость. Угу. Ну все, Костян, там, вперед. Че, глух? Все, теперь все. Отчет. Бафов нету. Бафов нет? А теперь есть уже. Ладно. Героизм? Так, милики, внимание. Вот вы опять так же делаете. Бегитесь. Пидохли. Или умрите. Так, поезда, стоим на бесцветной. И заходим. Да ёпта. Конфликт. Конфликт. От кого? Не знаю. Там информация о смерти есть. Берегитесь. Ну хпалю, хпалю пишет. Хпалю и ножика. Угу. Плюс ГП. Ложимся. У нас третий рейда нет. Сейчас стоп-хил. В лужу забежали, умерли. Вы умрете. Ребят, вам может еще как-нибудь объяснить? Вы умрете. Может, вы не совсем поняли? Ребята, в милике, ну, где вы стоите, когда на вас пульсация появляется, это как бы, ну, незначительный урон. Вы зачем разбегаетесь? Как раз вы разбежались и потом выкидываете гейзера. Разбежались, да. Ребят, вы разбегаетесь, когда, короче, гейзер появляется. Да, то есть вот под вами появилась вот эта вот фиолетовая лужа мочи, и вы просто убегаете назад от нее. Убежали назад, она там взорвалась под боссом.
и вы вернулись под босса, бьете дальше его. И все. И кайфуете. И все у вас классно. Кстати, кто-нибудь не пугайтесь берет, на себе дебафов, пугайтесь именно, что на земле появившейся лужи. Вот от нее мы сваливаем назад. Ну и все. Собственно. Дживс есть у кого-нибудь? Ты, по-моему, Костя один во всей гильдии инженер. С Дживсом. Спасибо, Раф. Второй. Все. Причем оба наши. Третий поставить. Сейчас, третий, пятый, нахуй. Блядь. Все... Так, блядь, все выкатили Дживсов. Кто не выкатит 100 тысяч КП. Нет еще Дживса. 100 тысяч нельзя, да, только это... можно 999 можно. Значит, два раза по... вот столько вот. Там кап, типа, ну нельзя больше накинуть. Давайте, на позицию встали все, ребята. Это же в ЕП, а вдруг... Встали, побежали. Быстренько, 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 пап, вы все. А мне вроде все, что нужно есть. Причина полка. Может, мы отправим почерить половину миликов? Сильно мешает? В смысле? Никто, ну, не знаю, просто много миликов умираем от этого от гейзера. Можно убрать половину миликов, просто чтобы они бегали в углу и все. Потом придут, когда первые сдохнут. Давай сейчас попробуем так еще. Дальше я доброволец, я уйду в угол. Блять, нет, Ярик, вот ты не уйдешь в угол. Бьют все. Делайте, как сказали. Лужа появилась, отбежали. Сорвалась, подбежали обратно. Все, кайф. РДД в линейку героизм. Встали? Героизм. Ну, тут в линейку не обязательно, на самом деле. Ну, я проще от гейзеров уходить. Я понимаю, о чем-то. Особенно, если это с поездами синхронится. Ну, нихуя себе, молодцы. Давайте. Мы ГП начали давать. Так, сбегаемся, РТД, сбегаемся. И выбежали, выбежали из огня. Умнички. Сейчас давайте еще на поездах все живы останемся, блять, и... И Войд всем даст по девственности. Берите или умрите. Допустим. Переходим. Нормально. У нас хилы сдохли нахуй. Вот про что я говорил. Ну, хилы особо не нужны. Ну бейте, пробуйте. А ну-ка, Войд, сунь БР по Гримсолу. Надо в аугу сбежать. Нет. Танка. Аккуратнее. Где Грим? Гримзол, подождешь, посмотришь, какая на тебе метка появится. Тут Буряу в соло хилит, блядь, с аугой. Да, не бегайте. Тут можно в одного ДЦ похилить, если честно. Ну, отлично, это очень хорошо. А там, танка сложила. У нас танк умер. Там, блядь, накидали под него луж. Там луж, конечно, миллион, блядь. Ты бы лучше объяснил, как луж нормально делать. Потом че, вы растерялись вообще? Лужи, которые, в смысле, гейзеры? Нет, лужи, которые лужи. В смысле, которые взрываются? В смысле, нет, вот, которые фиолетовые, лужи, видишь, фиолетовые. Так фиолетовые... А, ну да. Там 4 там лужи. Две метки на миликов спаунится. Ну и каждые 15 секунд на, mm-hmm. на холидринке спаунится. Да, 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 я понял. Хорошо, значит, так, милики, да, слушаем еще момент. Блять, я в Долоране. Моих идти мам. Ну вообще, то, что сбежали с метки под танк, ну, ничего страшного. Так оно вообще так и делается. Ну, мы сначала растерялись, типа, блять, там кто-то вправо-лево, блять, начал. Просто две метки сейчас снесли под танк, и все нормально было. Ну, мало кто сбежался, там кто-то подох, но не все. Все сбежали, у нас хилы то... умерли, просто не прохил бы. Просто да. Из-за непрохила сейчас было, да и все. Если один хил, пули на всех.
Сбегаться с танком, и ДДшники выживают, танк тем более должен выжить. Есть такое. Ну, сейчас, да, из-за некрасивого. Так, всем хилам ГП. Ну, сейчас хилы опять умерли. Я выжил, говорит. Ну, я выжил, я себе зубы дал, с меткой прыгнул в танк. Нормально все. Ему ГП и не помешает. Ребят, значит, милики. Короче, вот... метка, когда кидается на кого-то, да, стрелочка такая ебаная. Вы в этого человека должны сбегаться. Ну, а человек этот, соответственно, через какое-то время разольет лучу под собой. Вот этот вот фиолетовый гейзер, который будет уже очень долго существовать. Неудобнее это вот. Все делать от стенки, ну, просто когда ты вот так бегаешь. Этот гейзер нужно аккуратненько разливать подальше от мили-зоны куда-нибудь. И желательно вообще эти лужи стакать так-то по-хорошему. То есть там рядом с другой лужей разлили вот эту лужу, продолжили бить босса. Снова какая-то метка на кого-то повесилась, все в него сбежались. Он подбежал к уже существующей луже, скинул в нее. И, короче, вот так вот все и делают. А, почему хилы опять умерли? Я могу объяснить, почему умерли. Угу, я был свидетелем. В общем, мы сбежались в одну метку, ну, поделили ее, вместе выбежали кемпом. Потом сразу поезда мы начали перебегать с поездов, и лужи под нас разлились, и мы были одним кемпом, короче, и там... И гейзерами просто... всех нахуй да. Залило, да? У нас еще угол был, мы в углу стояли, там бежать особо было некуда. Угу. Я понял. Не, ну короче, мы сами виноваты во всем, но просто чуть-чуть еще не повезло нам. И конфликтик тоже никто не понял. Конфликтик. Ну конфликтик, это хилы уже потерялись, когда и кто-то лутнул. На! Так. Прод, дай. Блять, раскулачивает меня, урод. Блять, как сказать. На полчаса хватит. Гримс был живой, когда я конфликтик въебал. Ауга. Буряу. Ну, я сейчас не смогу сказать, что кто-то, блядь, конкретно виноват, а всем умершим ГП впоясывать тоже такое. Давай я тебе скажу, кто вот ему конфликт. Кто из-за кого конфликт произошел, мне надо. Ну, флагу и бой. У тебя details показывает урон по союзникам. Угу. Плага, да, виноват? Ну, он утонул конфликт. Еще флегмат утонул конфликт, но это в самом конце, там на 20 тысяч уже. Когда вайп похуй уже. Там да. Набирали. То вайп уже был. 20 тысяч, это, блин, по трем человекам максимум. Топовый декал утонул ГП, блядь. Ну чё, это самое, плага бой ГП, а остальные там помимо конфликта сдохли просто от гейзеров. Ну, получается, что так, да. Значит, за гейзеры не даем, за конфликт ебем, да? Это пока что, ну, давайте. Как хотим делаем вообще. Ладно, давайте еще пару трайв. А потом всем просто. Благу я. Давай ты, короче, умрёшь с самого начала. И все. Не надо. Он может метку впитать. Лучше пусть в угол бежит, просто ну, он да. Нажмет в угол. Короче, вот короче, да. Благо, убеги просто вот метку, когда начало боя, когда пройдет, когда босса поставят, просто схибись нахуй из мили-зоны куда-нибудь подальше, там, где не будет никого. И там спокойненько бегай. Ну так, чтобы до тебя хилы дотягивались. И просто ничего не делай, ладно? Че на пол? Сконцентрируйся на поездах, которые там будут. Малефици, хорошо. Мистер Биг Дэм. Мистер Топ Урон. Что-то раньше, ну ладно. Это не я. Это не ты. Кому ГП писать? Угу, хэлла, спасибо. Вот, все нормально, вот там и стой. Благо. Вот там бегай. Нормально. РДД, вы бежали из лужи? Вы что, угораете? Вот эти трое получают ГП. Метку сбежали с метки. РДД. Мики, готовьтесь, все время обстрел будет гейзера.
Бегите или умрите. Так, на бесцветную встали, забежали. Сука. Застанила. Ну так нет, я бегаю. Точнее стоять. Так я двигался. Берегите. Че, ложимся, да? Ну да, да. Так танка нету. Так, значит, хилы и РДД. Как так вышло, что вы не выбежали? А как ты в прошлый раз не выбежал? Ну, я в прошлый раз не выбежал, потому что я лох. Но меня вообще конфликтом вроде прибило. Вот Фарла, Папулька и Кот. Как? Почему не выбежали? Вы там рейндж лужи не рассчитали, или вы заперты оказались, что вокруг везде гейзеры были? Как тебя не пробило, Артём. Меня не пробило. Я не в ту сторону просто выбегать начал. Там еще один гейзер был, не успел из второго выбежать. Ага. То есть, ну ты просто, ты запертый оказался, правильно? Ну да, два гейзера, не успел пробежать. Просивый. Стаки.
Блять. Подошел. Сейчас трясет. Войт маленько ошибся, это ханты, вы стоите с миликами, вас в милизону определили. Квак по друидам закончился. Крик это немножко не то, но ладно. Он крюк. Танка походу сложно. Ложитесь. А тебя что, это у меня рекаунт забагался. Этот Холича что убил? Портопала наша. Сокрушительный? Колодец мы 77. Конфликт, он умер от конфликта. Последний урон. Ну пускай смотрит, кто его ёбнул. Они, по-моему... Полученный урон. Есть у кого-то рекаунт? Откройте полученный урон. У Хуридринка какой там урон? А мне сокрушающий. Сокрушающий нет. А например, что-нибудь со словом скверно есть? Он пояс поймал. Школьный обстрел есть. Зеленый пояс. Зеленый школьный обстрел. Мой школьный обстрел, конфликт. Он лучик. Ну, тьма есть, тьма это тьма. Зеленый луч, да? Точно есть там? Луч. Зеленый луч. Школьный обстрел. 10к. Все. Ну, зеленый луч это конфликт, и люди посыпались. Ну там, может, еще конфликты были, но это. Рекаунт забагался. Ну, тем, кто сдох, 4 человека дал тоже. Че, мага конфликт? Сейчас я лопнусь.
Ну, я не вижу, вот линканул этот самый антихрист, луча скверные. Сейчас, секунду. Я вижу только школьный обстрел. Ну, тихнул, я просто как 4 штуки линканул, думаю, хватит. А, ну там есть луч скверный, да? Вот, вот, смотри. Да, зеленый школьный обстрел. Все, все, понял. Тейт лагался минимум. Сложного ничего нет на боссе. Сложного ничего нет, но, блядь, его... Нельзя последним, блядь, его убивать. Все уже заебались просто. Это все отмазки. Два часа это не рейд. А у меня голова болит, блядь, мне не сильно прикольно сесть. Еще прыгать, блядь. Не, ну 2 часа не рейд, но когда ты еще днем 5 часов сидел в каре гер, это тоже как бы накладывается, знаешь. Ну это уже личный начинаешь, тебя никто не заставлял сидеть в каре гер. Че вы там готовы? Ну, я не знаю, что-то он насобирал. Ну я собирал себе, чтобы, ну я понимал, кого я собирал, что там было найти. Че там хапал не хватает? Дживса дайте, там дживса вставили. Починиться им надо или что? Раздайте хотя бы обычные фласки людям. Почти ни у кого нет. Дон багается. Он ну, БКшный не видит. Дох, ну бот починись. Все готово. Чё, давайте отчет или дать. Его спирение. Или умрите. Вы умрете. Умрете. Конфликт. Берегитесь. Мне говорит, что там конфликты были. Были. Как минимум два точно. Я пока не могу использовать эту способность.
малышка, беги! Бегите или умрите! Ложитесь. Слышишь, а кто это со мной лок стоял? К нам кто-то подбежал фиолетовый или что-то не в курево? Не знаю, что не, не разглядел. Я вообще не знаю. Тебя кинуло выступление, двигался много и словил поезда. Берегитесь. Вы умрете. Вы умрете. Получается, палпик и воет. Тут пиздец, конфликтов мы 6 штук словили. Да, с ним даже. Пиздец конфликта, полначально 2. Как минимум, кто-то может даже 2 раза. Ну, палпик, наверное, уже 2 раза, если не один. Нет, за этот пул он мало урона нанес на своим. Ну, палпик мало. Ну-ка, сейчас я гляну смерть. У меня палпик ебанул и кога-бегемот аж целых 2 раза. Ну, палпику можно въебать, да, потому что он луч словил темный. Тоже, наверное, это... Дезориентация. Ну а там, когда первые челики сдохли, когда Хулидринка и Бегемот словили, там еще челики выбегали в РДД, вот где пачка третья вся лежала. Это гейзеры. Ну а третья пачка... Да, там опять зажало просто. Зажало? Кого? 2 мага зажало? Почему? После метки, где воронка осталась, отошли в сторону, в другую, ну как бы в один кемп. И потом гейзер. Кто-то не встал в кемп один, да, потом пошли паровозы, ну это рельсы, паровозы эти гребаные. И все, и некуда было отбегать, либо конфликт ловить, либо в гейзер. Ну ты с ними там не стой, иди вон где я стою. Да я тоже так решил. Ахо не нужно. Ребят, вы там, короче, дистанция в РТД 8 метров. То есть, если вы стоите, понимаете, что сейчас будут гейзеры, то есть, ну, вы должны понимать, что в радиусе 8 метров, если люди, вам просто тупо некуда будет выбежать. Вы заранее об этом позаботьтесь, куда вам бежать, а не там, ну, как-то, блядь, как-то повнимательнее просто. Сам решили новые способности подкинуть. Плюс в РДД вам лучше всего видно. Вы же видите, в РДД, когда в мили появились гейзеры, гейзеры появляются по очереди. Если в мили появились, значит следующие гейзеры будут в РДД. Если появились в РДД, значит следующие будут в мили. Все, тут все просто. То есть появились гейзеры в мили, значит все-таки опа, стоите, ждете. То есть первые гейзеры появляются, когда сокрушение под боссом первое. Они появляются либо там второе, на первых поездах. И плюс-минус это все продолжается, весь бой такая же тенденция в этих вообще. Все, то есть вы просто видите, где появились лучи, оп, в мире появились, заебись, значит, скоро будут у нас. Просто раз дистанцию сразу все набрали, разбежали, смотрите по сторонам. То есть вы тут, ну, типа, вы тут меньше следите там за уроном, смотрите по сторонам просто. То есть займите позицию, чтобы в радиусе 8 метров никого не было. То есть у вас же этот ДБ, он показывает по-любому, кто рядом с вами стоит. Да, надо просто выжить. А Уга и Хапали вы тут? Да. Принимайте, они подошли уже. Дилара и на ЖК. На ЖК. Все готовы. Че, Геру не дают? Я пока не могу использовать
Радуйтесь. Бегите или умрите. Молодцы. Метки вот эти засейвитесь, фул прожим дайте. Дайте 4. Бегите или умрите. Берегитесь. Еще один обстрел убьем. Лок, отойди, пожалуйста. Ура, их тут много. Порталы обновите, смотрите, что у вас порталы были. Обстрел лучи, смотрим. Или умрите. Берегитесь. Дайте место. От собаки отойдите подальше, зеленые. Дайте людям место прыгать. Зеленые, кто с зеленой меткой, съебитесь подальше к стене от собаки. А Макс раньше. Ну, Миликом вообще место нет. Дайте место Миликом. Сейчас он проводить будет. Не словите конфликт. Берегитесь. Итак, заходим в угол и убиваем. Ну, как ты не держи их. Нормально бить. Ну бейте аккуратно, как получится. Хапалы танка проебали. Давай, нажимай. Медведя, держите. Защиту. Отдай. Вон там паладин дальше. Пала хильти. У него сейчас баба закончится, он умрет. У него 50 тысяч хп, Ярик. А, да, нихуя. Давай, антихрист, что? Ледяную стойку. Если сдохнет, там нажмешь антихриста хильти. Частицу хильти. На вот-то прочитай пока гимна мана. Берегитесь. Один лям остался. Фул прожимки на хп. На хп читай в холи присте. Читай на хп. Я тоже на ауге читаю. Все. Конфликт словили. Это словил флегман. 300 тысяч. Ну, нахуй, дотки, блядь. Я думаю, за этот трай все стало понятно, да?
Паладин, в котором сдохли 5 РДД, ты бежишь на край с баблом. С зеленой меткой над головой. Или КД было у тебя? Кто там? Хпалю, по-моему, ты был. Бля. Зачем надо держать в куче луж? Ну, типа. Ну. Нормально бить милики не могут. Поебалу получат. Откуда будет? А Войт, а может ты потанчишь, а это коли дринк в Эрпалу, бригдем в РДД? Тут дело-то не в танке, блядь, нихуя вообще. Нет, я не говорю, что типа бликтанк плохой, а к тому, что бигдему в РДД засунуть. Я в мире нормально с ними, там вполне комфортно. Смотри сам. Давайте, я думаю, с этого должны убить. Смотри сам, говорю. Ну, он тем более угол острая, потом придется без него хуярить. А угол в ДЦ? Да. Можешь ШП, нет? А я не умею кнопки нажимать, у меня 260 ШП, блядь. Пускай щитует, блядь. Пригодится от конфликта, блядь, случайно. Без хилов как-то на собаке. Ну так-то да, больше ДД. Гримзолу, в принципе, нет, можно. Втором понятно. Гримзолу можно в ДД поебашить. Три хп, как бы, ну, чили там нихуя не делают. Тут вообще один. Что, я спекаюсь? Да, спекнись, дамага больше будет. Там и так нахуй. Если ты спекнешься, все равно 5 хилов. Улеприст, ДЦ, 3 хп. Еще решан. Как раз 300 каурона получается. Да. Как раз вот эти 200 тысяч, да. Ну, он больше даст. Пару лямов, ляма 3-4. Раньше бы убили. Я тебя боял. Принимайте, давайте, с этого трая никто не слакает. Все готовы, давайте, что-то. Маги, инту дайте. И, кстати, если две метки видите, зеленый или фиолетовый, друг в друга не сбегайтесь, это не 70 тысяч будет, уже 140 тысяч урона, там больше людей надо. Че, дадите отчет там, кто там? Бегите или умрите. Да, вот Хант уже, короче, в третьей группе, наверное, минуту стоит, его не хилят. Далеко стоит. Его не достают. Я не достаю.
тело не покидайте. Берегитесь. Да ебанусь. Я сам за. Переведи немного. От собаки. Подальше от собаки. Имя имен. Прям подстава такая. Забыл тем продать. Сейчас тоже, да, милики, если на ком-то метка продайте лучше. Бегите или умрите. Берегитесь. Ох, ебать это. Сука, встань, танк. Танк, оверхилите, пожалуйста. Там конфликт был или нет? Давайте 3%. Квадратик по кружку иннер, да? Это уже нормально. Он единственный хил ваш. Сто тысяч убили. Ты ебал в рот. Опять топор. Хиллскую шлем. Где ебучий пояс? О, хорошая чарка на лице. Ебать раздача ГП, конечно. Прям как будто ЕП пораздавали. Пуха-пуха вторая, блядь, дуручная. Шапка с духом на кого это, на ДЦ, да? На ДЦшника. У нас тут единственный ДЦ остался. Так, это на... Ну что это, блять? Крит урон и крит исцеления, блять. Там без разницы, либо хил, либо алиам. Так, тапки, кожа. К
Кольчуга, что это? Ослепительная ракета, бля, это хан, да? Ну, разбойник, блядь. Будете ролл кидать или так наугад кинуть? Хантыш. Все, могу отдал. ЕП дал. Все. Завтра это самое в ЦЛК 25 гер приходим. Задача заебать. Да? 50-ки был. Да у меня, блядь, 11 часов. Не хочу никуда, нахуй. Правильно. Всем спасибо. Счастливенько. Спасибо, Саня. Так, тебе на угол. Сейчас закину.